mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiling photo. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers call my number when I'm sleeping at night. Приветствую, дорогие друзья! В сегодняшнем видеоуроке я покажу и расскажу, как установить Sony Vegas Pro 11. Для начала нам нужно его скачать. Переходим на сайт. После того, как вы перешли на сайт, нужно его скачать. Но перед тем, как его скачать, нужно авторизоваться или зарегистрировать аккаунт на Yukos. Вы можете полностью прочитать полное описание, тут небольшое. Нажимаем кнопочку «Скачать». Нас перекидывают на хостинг Яндекс.Народ. Тут нажимаем тоже кнопочку «Скачать», и мы скачем торрент-файлом. После того, как вы скачали торрент-файл, через торрент качаем папочку, вот такую. После того, как вы загрузите, у вас появится вот такая вот папочка. Заходим в нее. У вас тут будет, так сказать, две папки и один файл Redmi. То есть, прочитай меня. Тут полностью описано, как установить Sony Vegas, если вы не поймете что-то по видеоуроку. Итак, для начала нужно определиться, какую версию мы будем ставить. Так как у разных людей стоит разная версия операционной системы. Ну, то есть 64 или 32-битная. Как узнать, какая версия? Очень легко. Находим на рабочем столе ярлычок «Мой компьютер». По нему нажимаем. Правая кнопка мыши, свойства. И вот тут будет у нас написано. Вот, 64-разрядная операционная система. Если нет у вас такого ярлычка, пуск и компьютер. Также свойства. И вы тут можете посмотреть. У меня 64-битная система. Я захожу в папочку. Тут очень внимательно. Запускаем установщик. Перед этим я советую, перед установкой Vegas, если у вас стояли другие версии Sony Vegas Pro, то вычистить полностью, чтобы не было никаких следов того, что стояла прошлая версия Vegas. Я запускаю установку. Жду, пока она запустится. Вот она уже. Так, тут выбираем английский, нажимаем Next. Соглашаемся. Тут ничего не нужно нам галочку. Ну, хотя можно. Но я никогда не ставлю. И ждем, пока она установит. Тем временем отключаем свой антивирусник. У меня оно 32. Он не будет ругаться на Keygen. Но тут дело нужно не спешить. Ждем, пока она установится. Практически вот он уже распаковал все файлы. Чуть-чуть осталось уже, но быстрее давай. Так, вот он установил. Заходим в папочку Sony Product Multikeygen. Тут нам нужно установить в реестр вот такую шняшку. Если у вас 64-битная, вот такую. Если 32-битная, то вот такую. Да, все удачно. Так, Keygen. Keygen запускаем обязательно от имени администратора. Это очень важно. У меня звук был заранее потушенный, так что тут будет громко. Так, выбираем свою версию. Вот моя версия. Нажимаем патч. Тут очень внимательно. Многие запутываться не могут найти папку Sharp Plugin. Все очень легко, как пропачивать с Digital Insanity. В общем, заходим на локальный диск C, заходим в программ Files и находим Sony.
То есть нам нужна сначала папочка с директорией, где будет стоять Vegas. Нажимаем ОК. Далее нас просит указать папку Sharp Plugin Ins. Также заходим в диск C. Теперь внимательно. В первый раз мы заходили в Program Files, а в этот раз Program Files x86. Опускаемся ниже, ниже. Вот, Sony и Sharp Plugin. Нажимаем ОК. И ждем, пока она пропачет файлы. Так, пишет, что все файлы уже пропачены удачно. Нажимаем ОК. Сам кейген не закрываем. Не закрываем ни в коем случае. Нам теперь нужен Vegas. Лучше всего запустить его вот так. Сейчас мы... Вот он. Так. Тут у нас запрашивают серийный номер. Тут ничего не пугаемся, все нормально, это как нужно. Вот он. Мы его копируем. Далее. Выбираем второй. Registration from other computer. То есть с другого компьютера. Нажимаем далее. Далее. Тут указываем любую информацию, лишь бы она нас пропустила. Ну, я напишу такую, допустим, информацию. Так, и далее. Сохраняем на рабочий стол. Далее. Теперь самое важное. Если сейчас мы правильно введем вот этот ключик и Vega запустит, значит мы все правильно сделали. Если нет, то где-то что-то мы ошиблись. Я его копирую. Нажимаю ОК. И готово. Все, наш Sony Vega запускается. Но осталось одно но. Он у нас не русифицирован. То есть он... Сейчас у нас, по-моему, будет на английском. Да, он уже загружается на английском. Из Кигена можно выходить уже. Так, ждем. Ждем запуска. Все, Sony Vegas запущен. Не обращайте внимания. Так, как его русифицировать? Закрываем Sony Vegas. Заходим также сюда в папочку, и тут есть такой файлик включения русского языка. Мы его классом понимаем, да, вносим изменения в реестр, успешно. Сейчас я поищу. Так будет быстрее. Так. Вообще лучше создавать значок на рабочем столе. Как я уже привык так. Вот, смотрим, он уже загружается на русском языке. И ждем его второго запуска. Все, наш Sony Vegas полностью на русском языке. Может, какие-то мелочи будут, что он там не русифицирован. Но это мелочи в основном будет на русском. Сбоев я не замечал при его работе. Был момент, я перед видеоуроком работал с ним. Вот, и сбоев никаких не было. И рендерил он вообще просто прекрасно. И я не могу пожаловаться. На этом я хочу завершить свой видеоурок. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока.